Всех приветствую, всех с наступающим Новым годом. Хватерве. Ну, как видите, стройка продолжается. Уже такой вот этап, в принципе, финишной прямой. Для тех, кто хоть раз строил, те представляют, что такое строить. И, ну, попробовать выставить печь на несгораемых стенах. Вот, сейчас я покажу, как это видится с другой стороны. Ну, вот это кольцевая вата. Прошу не пугаться. Вот, выставили печку. Вот осталось 6 дней до Нового года. Вот это сейчас предстоит все зашить. Здесь тоже надо все зашить. Поставить двери, соответственно, в парную. И приступать уже к монтажу сантехнического оборудования шлангов. Подводить от теплообменника в бак, который будет на другой стороне висеть. Шабер. Вот. Я думаю, что до Нового года мы успеем. Поэтому все, кто верил в меня и кто не верил, не знаю, что сказать, успехов. Такой вот напряженный год был все-таки. С такого года, конечно, надо было как-то выходить. Здесь еще фольга предстоит на втором этаже. Конечно, короб еще надо делать. Ну, сегодня задача стояла такая, чтобы взять и выставить трубу, печь, подиум под печь. Чтобы труба сейчас приняла свои, так скажем, чертания, как она будет. Ну, я думаю, что вот 6 дней до Нового года как раз самое время заняться уже. Далее. Делами. Помывочной. Вот. Ну, так вот. Мне нравится результат, меня устраивает. Все, в принципе, тут получается. Вот. Все. Всем спасибо. Всем счастья, любви, терпения, здоровья, конечно же. Всем пока.